Всем привет, ребят, и сегодня у нас ролик, который а написала в комментариях подписчица. Я в прошлом видеоролике, ребят, я говорил вам то, что пишите в комментариях ваши любимые песни, я на них сразу же сниму реакцию. И меня всего лишь один человек попросил, это подписчица моя, Натаким. Огромное тебе спасибо, то, что ты попросила, я очень рад, то, что ты проводишь, ну, как активно на моем канале, мне очень это приятно. Потом, ребят, в этом клипе тоже напишите свою самую любимую песню, еще какую-то, чтобы я заснял реакцию, ребят. Так что пишите, я обязательно засниму. А на прошлое видео подсказочки все здесь, так что смотрите, переходите и смотрите видеоролики. И в описании тоже есть ссылочка на мой прошлый ролик, так что смотри, пиши там тоже комментарий, какое видео заснять, я обязательно засниму этот ролик. А мы с вами погнали. Сегодня у нас BTS с песней Save Me. Думаю, тебе она понравится. С тебя лайкос, подписочка на канал и комментарий, конечно, так, за компанию, чтобы прикольнее было. И напиши, какую мне песню еще заснять. Так. Погнали, не буду вас задерживать. Всем привет! С вами я, опять Данил. Лайк поставил? Посмотрим с вами. Подписался? Я появился на своем канале, ребят. Тогда погнали! Big Hit Production, все там их не это вот. О, нормально. Ребят, вот кстати, вот мелодия вначале такая, знаете, такая тюн-тюн-тюн веселая, а небо мрачно. Красавчик один. А. Второй красавчик. Ну, третий. Четвертый красавчик. Да. Save me. Ребят, хотел сказать то, что у меня появился новый канал. Кто не знал до сих пор, кто только что вообще присоединился к моему каналу, к моей семье, Дареса. Есть в описании канал, там, короче, я снимаю нарезки и Эдисона Перца, и я туда решил заливать, думаю, заливать еще и нарезки из группы BTS. Группа BTS. Если ты любишь группу BTS, тебе обязательно там описание есть, приходи, посмотри, подписывайся. Это там всего лишь топочку подписаться и посмотри видеоролики. Думаю, тебе понравятся они. Я стараюсь. Ух ты! У меня вопрос, ну как же вы делаете эти движения резкие? Вот это вот все делаете резко и прям так все одновременно делать это вот это. Я не понимаю, это ж сколько учиться надо, чтобы именно так одинаково, одновременно танцевать, чтобы, знаете, не было никаких там перебоев, это перепадов. Вообще прикольно. Просто не знаю, как сказать еще. Классно. Save me, I need your love before.
Конец замечательной песни, да? Да, конец. Ну, на этом, ребят, конец этого клипа, этой песни. Думаю, она тебе понравилась, и ты лайки поставишь и подпишешься, конечно же, на канал. И, ребят, как только 15 лайков, и выйдет опять совместное видео с Андреем Смехном. Так что лайкосы, подписочки, комментарии. Ну, на этом у меня все. Встретимся с вами в следующем видео. Пока!